90-е. Все воруют, докидают, режут друг друга, довешают. В общем, идет нормальная цивилизованная жизнь. Макдональдсов везде понастроили, тут их, кстати, не видно, что не может не радовать. А это космодром. Супостаты настолько оборзели, что теперь захватывают не ларьки, а целые космодромы. Да еще угрожают пульнуть ракетой по какому-нибудь мирному городку. А разбирается в ситуации сейчас вымпел. Решать такие дела абы кого не позовут. Баюш, по мне тут шпаляют вовсю. Где тащи электричку и свою задницу сюда. Электричка уже здесь. Ща мы тебя перемотаем, будешь как новенький. Это изолента? You are done. Now you are going to die in pain. Знаешь, в чем сила, брат? Сила в добре. Потому что добро всегда побеждает зло. Так в книжках написано. Ну что, господа, тогда пошли побеждать! Девяностые. Добро победит. Ну, победит в перспективе, в отдаленном светлом будущем. А пока добро рубит всякую нечисть направо и налево, безо всякой жалости.